Это что-то неправильное. Обороняться буду, как лев. Как только. А, всем, кто в записи смотрит, привет. Только сейчас тыкнул кнопку на начало записи. Это очередная трансляция, прямая бета-тестирование или альфа-тестирование Overwatch. Сегодня, кажется, 6 ноября 2015 года. Игра выйдет совсем-совсем скоро. Есть у нас, кстати, две туретки, бастион. Танка не хватает, я беру Зарю. Простите, хотя может Райнхарта взять? Он здесь на коротких дистанциях. Да, давайте Райнхарта. Работаем. Но, ну, туретки прикрывать щитом будет полезнее, чем Зарей играть. Тебя же за Рипера погонять просили. Ну как тут погоняешь за Рипера, если ни одного танка в тиме? Ну что это такое? Как я это объясню команде? Прошлой, кстати, команде было бы просто объяснить. Я танк, но я танк разумный. Я не лезу непонятно куда, как некоторые смуглые музыканты. Ой, я назвал диджея музыкантом. Опасная зона. Так о чем я? Защищаемся. Аналогичная карта. Играем за защиту. Фейловую атаку в записи никто не увидит. Я просто стою. Снайпер сверху. Вижу Райнхарта, вижу фару. Вижу, что здесь идет вражеский Райнхарт. Неумело стреляет. Я его немножко... Я тоже, кстати, неумело стрельнул. Пара сверху мочит. Нет, 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 только не это. Вот так всегда. Так, хилочка пошла, аптечку сожрал, выхожу танковать. Да, для танка это, конечно... Слева кто-то подходит еще. Давай, 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 давай! Отлично, пригвоздили. Конечная, отлично. Я только сейчас услышал эту шутку. Про конечную остановочку. Ой, тихо, 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 тихо. Давай-ка ультанем. На, я тут главный Райнхард. Ой, опять хилку надо брать. Слушайте, я поглощаю огромное количество урона. Я убиваю людей. А пацаны, а где они? Да, ладно, они здесь. Я иду к тебе снова. Жнец, нет. Он, блин, ушел, гад. Обходит. Я тут. Ну, помогите, ребят. Ну, все, нормально, справился. Ешечкой. Кто там посмел? Солдат вражеский. Сейчас, оп, вижу. Все, вопросов нет, увидел. Ешечка мимо. ХП нет. Все очень плохо. Снайпер здесь, снайпер наш тоже работает, но только что наш вроде как умер. Ой, все, ребята, ой, все. Справа Райнхард подходит. Чаржится, я в него. Ой, двоих собрал. Конечная. Да как не довез-то, а? Я довозил же. Надо добивать. Серия убийств. Казалось бы, изи, казалось бы, тащу. Но пацаны-то отдаются на точке. Отдаются. И вписываться сейчас за точку, учитывая то, что там как минимум Рипер, не камильфо. А нет, там кто-то есть. Боже, мы должны... Да, там три человека, там снайпер. Один из них. Так, надо хильнуться, сейчас хильнуться. Тихо. Опять ты, да? Ай, ой. Об стену чуть не убился. Оп. Так, нет! Фара ультанула сверху. Очень хорошо ультанула. И в бастиона, и в меня. Это на момент тянет на лучший матч. Ой, тяжело мне приходится. Приходится тащить, понимаете, за всех. Сашка опять за эту. Сашка из прошлого матча. Тут... Да, это Дэнни, Гэмбос. Опять за солдата играет. Я прикрою тебя, солдат. На. Там рипер вражеский. Блин, и не ворвешься ведь.
щит. Лови. Нет! Ой, хорошо. Молот пошел. В одного танка. Я его просто лично ненавижу. Убил вовремя, поставил щит, но дисгармония стоит. Я бы отступил за хилочкой. Очень-очень не очень у меня все. 150 хп, как вот несчастные трейсерки. Это не дело, лечусь. Бастиона убили. Да что ж вы такие все... Опять, опять ультуют. Я прикрываю, пацаны, я прикрываю. Всю ульту на себя, всю ульту. Цените это. На. Ой, сейчас плохо. Сейчас плохо. Щит закончился, хп заканчивается. Восстанавливается щит, восстанавливается хп. Ну, как обычно, в общем. Снайпер стреляет. Фару я вижу. Попасть по ней нереально. На мне дисгармония опять. Надо подрегенить щит. Ой, тут жнец. Да я хотел на опережение сыграть. Зафейлил я. Врыв. Прикрываю, прикрываю. Подходим. Там только снайпер остался. Почти попал. Отодвигаем груз. Куда ж ты лезешь-то по дисгармонии? На снайпера-то, ну. Ладно, поехали. Кого-то зацепим. Кого-то зацепим, зацепим. Блин. Ой, все. Не зацепил. Там было двое на линии, но я слишком далеко от них находился, поэтому им не составило особого труда вот так вот меня увернуться и принять. Аркадненько сыграл, аркадненько. Осталось 4 минуты 45 секунд. Груз уже заворачивает на последнюю точку. Я прикрываю как могу. Есть ульта. Ой, как все плохо, а. Ешкой стреляю. Ой, хп. Нет, нет. Жнец, жнец паразит. Какая ульта. Вот это момент будет лучший. Если он там еще добил. Все, ГГ. Отыграно. Ребят, ну вы видели, я тащил. Я тащил уже в который раз. Танковал, убивал. А это, кстати, последний момент, судя по всему. Умри, умри, умри. Да. И да. Да, и он его убил просто, видите. Он вообще всех тут убил. Красавчик. Только трейсерка несчастная осталась, и все. Я блокировал, блокировал, но не выблокировал. Увы. Не удалось. Команду смени. Да, они, видите, там откалываются. Новые люди приходят. Ребята, а что за синяя полоска под ХП? Что она дает? Она дается, когда ты выполняешь свою роль. Там убиваешь, блокируешь урон, там убиваешь ловушки или там лечишь кого-нибудь. Я не знаю, там как по классам оно разнится, но смысл в том, что она накапливается, и у тебя увеличивается регенерация здоровья. Кажется. Давайте, чтобы не выпендриваться, сейчас на Нумбани я сыграю либо за Райнхарта, либо за Туреточку. Ой, в смысле, за Табьорна, либо за Бастиона. Кого вы хотите больше видеть? Бастион, он простой. То есть чего? Встал, разложился, стреляешь. А Табьорн, он как бы, да. Хочу за Табьорна все-таки. Да, пожалуй, так. Работаем. Пока вырисовывается замечательная тьма без танка. Дэнни еще может исправить ситуацию. Паник, в принципе, потянет на саппорта. Да, Деннис молодец, взял турбосвина. И зачем-то мы все пошли на точку. Да. Это такой провал. Ну хотя, ладно, я туреточки-то могу как-нибудь где-нибудь.
Вот так вот встать. На хилочку поставить ее. Надо подальше ее ставить. Надо ее ставить так, чтобы ее не видели, на нее выбегали, но до нее было далеко. То есть надо ее ставить как-то вот... Нет. Блин. Ну хорошо, вот так вот. И вторую сразу делаю. Ну не сразу, как бы я зафейлил. Я хочу запчастей побольше. Ой. Там уже кого-то мочат. Слева хуком. Эй, тихо. Мы так не договаривались. Нельзя ставить туретку рядом с проходом, из которого выходит. Надо ее в проход такой ставить, где, ну, как бы, где все ваши, грубо говоря, чтобы не обойти было. Турели уже нет. Надо смириться с этим делом. Также надо смириться с тем, что мы, скорее всего, точку А сейчас потеряем. Если, конечно, пацаны не успеют подойти. Но вроде успели подойти. Враги нападают, минус наш один. Так, я ставлю таретку здесь. Ой, все. Неплохо на дэмэджил. Да, фара убила все, что я, что нажито не последним трудом. Короче, на этой карте туретку надо ставить не на открытой местности, а вот в дверных проемах. Потому что фара в таком случае, да, в дверных проемах. Лучше бы я бастионом родился. Мы еще не видели его в бою, ага. Да, он, кстати, похож на МК. Короче, поставлю турельку. Ладно, допустим здесь, допустим. Ой, там, я сейчас умру. Да какой прицел, я маленький гном! Блин! О, ладно, на ульту я накопил. Накопил я на ульту. Все нормально. А кто звонит? Алло. Здравствуйте. А, да, есть такое дело. Отвлекает. Это по поводу нового сервака нашего замечательного, который берем. Так, ребята, все очень плохо. С одной стороны, у меня есть ульта. Я не знаю, может ставить туретку сразу же уже на мейне. Да, наверное, стоит на мейне сразу ставить туретку. Или нет? А где это на мейне? Ну где? Вот здесь вот где-нибудь? Вот здесь вот. Да как так-то? Блин. Да что ж вы задрали? Держись, турелечка. Держись, родная. Да. Это просто... Просто разочарование. Вы видели, что творится вообще? Отлично, я опять ставлю турель. Я в нее реально вкладываю душу. А ее бомбят. Меня бомбят. У меня бомбит. Так, сейчас опять ульта пошла от солдата. Железок нет. Ну ё-моё, ну я же просил. Ну и обезьяна пошла. Был бы я бастионом, такой бы фигни не было. Стар разложился, стреляешь. Профит. Так, дайте мне немножко бастионом пострелять. Чуть-чуть, я прошу. Ну дайте пару секунд. Не дадут. Нет! Блин! Бастионом даже так убил, видели? Так, все, я в углу скрыт. Я разложился и смотрю. Так, все.
Надо только по-другому разложиться, чтобы угол и левый контролировать. Вот так вот. У него обзор 180 градусов, то есть сюда вот и сюда вот. Отлично. Я туретка. Я туретка. Я все могу сам сделать. Проверка систем. Починка. Работает отлично. Так. Почесал, почесал. Турбосвина отогнал. Перезарядился. Блин, турбосвин там убил то ли снайпер, то ли фару. Да ё-моё, где вообще? Почему люди умирают? Я слышу враг. Да, отлично, у меня пулемет круче. Ну, бас. Я туретка, мне пофиг. И 4 минуты увлекательного такого стояния. Ой, Макри выходит ультовать. Сейчас фара может упасть. Не держится вроде пока. Снайпер работает. Ой, опять пришел. Да, конечно, конечно. Ты думаешь, вот я не продумал этот момент? Умри, обезьяна. Бз-бз. Солдат, выходи, солдат, выходи. Выходи, солдат. Давай, 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 я слышу, ты топаешь. Я слышу, 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 слышу. Прицели, давай, давай, вот родной, давай на меня, давай. Давай, смелее, смелее, мой юный друг. А, не решился. Так, груз двигается, это неспроста. Он сам по себе двигаться не может. Кто-то рядом стоит. Так, Винсона вижу. Так, отстрелялся. Перезарядился. 3-2-2, времени осталось. Обезьянка ультует. Обезьянка справа. У меня есть ульта, но пока нет потребности в ее использовании. Блин, осталось четверо. Вижу Люсию, слышу снайпера. Вижу, сейчас фара умрет, скорее всего. Смотрите, летает, летает. Оп, оп, оп. Не, молодец. Еще один умер справа. Вражеская фара там. Так, перезаряжаюсь. О, сейчас меня гвоздить будут, смотрите. Гвоздит, гвоздит, давай, 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 да разгоняйся. Ой, там снайпер, сейчас простреливать будут. Я ультую, короче. Парарарам, парам. До конца, Михаил. ХП нет. Союзников нет. Ну, я держался как мог, понимаете? Держался как мог. Хорошо снял меня. Ну и все, груз достиг контрольной точки. До свидания. Это ГГшечка. Я, конечно же, выхожу. Конечно же, пытаюсь разложиться, как настоящий чемпион. Раскладываюсь. Вижу танка, снимаю ему щит. Он снимает фару. Убили танка, вижу снайпера. Снайпер. Справа крысавчик. Люся. Вот кто-нибудь из наших бы взял танка, цены бы не было. Ой, закинули. Полторы минуты. Люсио слева обходит. Вижу. Ой, вот тут будет экшен. Заря, Макри. Вижу солдата с ультой. Вижу снайпера. Ой, все плохо. Снайпера бы убить. Да, я понял тебя. Не так встал. И ультую. Парам. В бой. Сражаться за точку, Михаил. Точка, это единственное, что у тебя осталось. Больше ничего нет. Только эта точка. Сразился, отбился. Так, встал, разложился. Полминуты осталось. И помните, я туретка. Отрабатываю вообще просто замечательно. Выходите, выходите, рашьте меня полностью. 20 секунд.
20 секунд у вас осталось, чтобы бастиона покарать. Идут, идут. Винстон, Райнхард. Подтягиваются, сейчас танки будут прыгать. 10 секунд. Винстон прыгает. Красавчик, давай, атакуй. Первый пошел. Пара полетела. Пара улетела. Это ГГшечка. Как говорится, почувствуйте разницу. Когда зато Бьорна вообще не умеешь играть, а за бастиона как бы встал и просто стреляешь. Одна кнопка и все. Ливень возмездия. Хорош. Хорош. Но меня не похвалили. Обидно немножко. Но мы-то знаем, кто затащил. One button, one kill. Must die, пишет в чатике. Да, да, да. Зажал как бы и все, и профит. А что, щит у тебя, косарик, спереди есть. ДПС самый высокий в игре. Патронов 200. Вот, вот статистика 5-5, смотрите. 5 убито, 5 смертей. Едем дальше. 9-1. Норм. Давайте разнообразие ради возьмем другого какого-нибудь героя, за которого не играли сегодня еще. Атака. Давайте жнеца, там как раз хотели жнеца. Тем более здесь туретки могут быть. Правда, я за жнеца вообще не умею играть. И это может, конечно, боком выйти. Ну, просили жнеца. Что умеет жнец? Он отлично работает на близком расстоянии только. То есть у него колоссальный разброс, который где-то уже на средней дистанции дамаг совсем не тот. Восьмизарядные, ну то есть четырехзарядные каждый, вот такие вот дробовички, которые после окончания патрона он просто выкидывает нафиг и достает неизвестно откуда новые. Он может телепортироваться на Ешку по умолчанию. Shift делает его неуязвимым, повышает скорость перемещения. Позволяет, соответственно, избежать смерти и забраться за те же самые турели. Ну и, конечно же, ультимейт. Зажал кнопку, убиваешь. Надо смайл бастиона. Кстати, вот смайлик, который Тирик в чатике поставил, он очень мне напоминает как раз именно жнеца. Посмотрите, тоже две пушки, стреляет, стреляет. И крутится во все стороны, стреляет. У нее такая ульта. Я даже сначала спутал, когда этот смайлик увидел. Оказывается, это Демон Хантер. Ну, по капюшону можно было догадаться. По красному, но... Ну, по сути, это то же самое. Пам-пам-пам, и крутится еще. Умри, 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 говорит. А какие цели наши? Наши цели, в первую очередь, тыловые всякие туретки, но главным образом бастион, если он будет. Снайпер, танки со спин. И я должен просто бегать один. Ну, не всегда, но я способен. Я пошел вперед. Сразу наверх куда-нибудь. Вижу, цель одна была убита. Перезаряжаемся. Телепортируюсь. Хорош, снайпер уже не там. Вообще найс. Такая страта, так телепортировался, видели? Сейчас, смотрите, показываю. Оп, бах, и все. Причем хедшот, 250 хп, как с куста сняли. Обязательно попробуем. Атака на точке А. Слушайте, у меня команда-то тащит. Беспалевный такой телепорт. Телепорт нужно делать, конечно, за спину людям, чтобы они не видели. Потому что телепорт происходит где-то секунду и как бы, ну, понимаете, да? Точку захватили на изичах. Я попробую сейчас срезать, пройти... Груз. Вижу одного. Меня тоже видят. Но опять этот снайпер достал. Солдата убил, но снайпер меня снял. 3-4. Ханзо не успел ультануть. Судя по всему, он не договорил свою коронную фразу, поэтому я... Опять снайпер. Так, а можно как-нибудь все-таки пройти бочком-бочком? Больно не будет.
Это просто укольчик. Давай, иди сюда. Так, снайпера вижу. Макри вижу. Пошел, пошел, пошел. Ульта есть. Хилки нет. О, этот... Ой, почему я не перезарядился? Да... Как я под ноги-то не смотрю против красавчика? Не заметил, реально не заметил капкан. Вон он, прям мне его под нос кинул. Надо ультануть, пацаны, надо ультануть, забраться куда-нибудь. Ну, это ближе, наверное, к респу. Хотя можно и пораньше, чего накопиться, накопится-то он быстро. Добро. Главное попадать. Трейсерку слышу. Кидаем хуки. Попробую обойти опять же. Поехали. Тут их рез, правда, я очень палевно. Справа запускается. Так, давай-ка туда куда-нибудь. Был снайпер здесь. Попробую вот отсюда вот и сверху с балкончика спрыгнуть. Но я не знаю, куда прыгать. То есть я не знаю, кто там. А, ладно, Аркадим. Зажал кнопку, выиграл. Привет, ковбой. А мне кажется, изи. Прыгай непонятно куда, жми кнопку, убивай. Ну, я увидел двоих, а там третий оказался. Думаю, ничего так. Нормально зашел. Надо бы телепортироваться куда-нибудь туда. И в тыл, и в тыл. Ой, как хорошо. Тихо, 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 тихо. Мне нужны снайперы. Так, там Ханзо. Груз поехал. Больно не будет. Просто не хочет. Умри, умри, умри. Нет, я бегу, я бегу, я бегу, я неуязвимый. Там хук, там этот Ханзо, блин, я умру. Ой, а еще ауешки кидают. Ничего себе вообще люди. Не, я валю, ребят. У меня не полный ХП, я ничего не знаю. За мной еще, кажется, хвост. ХП нет вообще нифига. Груз приближается к пункту. Уже? А это я всех отвлекал, понимаете? Добро. Почти ульта есть. Я бы сейчас когда-нибудь опять в тыл. Как тыловая крыса сейчас. Попробую стпшиться. Чтоб никто не догадался. Раз. Знаете, зачем я к вам иду? Ребятушки! Ой-ой-ой-ой-ой, хедшотик. Блин, реально. У меня полный ХП. Как? Очень обидно получилось. Очень обидно. Да мы все равно выиграем, не кипишуйте. 4 минуты 45 секунд. Можно за это время 2 раза яйцо вкрутую сварить. Ладно, 1 раз. Справимся, в общем, справимся. Наши все, правда, подохнем. Ой-ой-ой-ой-ой. Не это самое меня... Хочу настрелять на ульту. Блин, не хочу я с этой стороны идти, если честно. Я бы лучше тпшился куда-нибудь. Так, снайпер справа, запомнили. ХП же не было, говорит. Как не было ХП? Было около ХП. Насколько я помню. Так. Собрались. Заходим. Выходим сверху, телепортируемся ориентировочно в сторону снайпера. Убиваем снайпера с тыла. Убиваем всех остальных потом. Изи. Минус крысавчик. Это раз. Телепортируйся вообще куда-нибудь. Куда-нибудь вообще в тыл. Я же помню, здесь снайпер стоял. Ой, фара, наша, не наша. Так, вижу снайпера. У меня уже ТП откатился, поэтому я попробую туда опять. Нет!
Блин, как ты, смотри какой. Как он там оказался? Я его убил как раз на том коридоре. Палевно, палевно, Михаил. Есть ультимейт, 3 минуты осталось. Побежали, побежали, полетели. Да, я становлюсь неуязвимым, когда этот shift нажимаю. И еще немножко повышает скорость перемещения, поэтому... Там стучат. Это ультует турбосвин, не иначе. Как там? Я готов! Ультую! Так, не готов. Ухожу. Там фара стреляет. Спрятался. Ой, мина. Нет, нет, нет! Да как? Ауешные стрелы, Ханзо. Первый выстрел вот так, оп, и в спину так. Оп. Видите, сплэшиком, сплэшиком, сплэшиком. Ребята, осталось 2 минуты 15 секунд. Это не очень хорошо уже. Я начинаю немного переживать, потому что груз не двигается. Я пойду опять по, ну, в тылы, потому что в тылах, мне кажется, я полезнее буду и против Ханзо, и против... Так, красавчик ультимейт его юзает. Ой, мина. И капкан. Капкан нифига не видно вообще. Аркажу. Да как? Фара сзади. 1,5 минуты осталось. Блин. Я поглощу их души. Наши умирают. Тоже. 3 человека. 2 человека. 1 человек. Обложили, обложили, демоны. Я думал, что на мне... Ладно, неважно. Что делать, пацаны, что делать? Капец. Все мертвы, все мертвы. Один только там рядом с грузом. Может, Райнхарта взять? Ну, ультануть я разок смогу, я думаю, еще. А может, и не смогу уже всем. На красавчика нельзя ломиться. То есть, особенно в таких коридорах, это не только спам этих гранат, но еще ловушки и мины. Это ж трындец. Ну, все уже. Поиграно. Я телепортируюсь, типа, но... Ну, ультануть хотел. Ну, я ультанул, смотрите, в конце. Ай, упал. У меня в колени стрела. Ну, даже так я лучше, понимаете? Даже так. Я сейчас с балкона непонятно куда прыгаю, убиваю 3, потом добиваю 4. Смотрим, смотрим, пацаны. 1, 2, 3. И сейчас к этому пойду, смотрите. Смотрите, подхожу к ковбою, буш. 1, 2. Ай да я, ай да я. Но фигня вышла в результате. Почему? Потому что тьма не очень. Как бы это все очевидно. Тащишь, эфи. Работаешь. Превосходно. Все без толку. Ладно, давайте тогда следующего персонажа. Кого вы хотите увидеть? Только давайте для начала определимся, увидим карту, оборону или атаку, а потом в чатике пишите. Дорадо. И это... Та-ра-дам. Атака, атака. Атака в Дорадо. Атака в Дорадо. Свинью. Ой, свинья здесь хорошо, да, пойдет. Фара тоже неплохо.
Пуджа. Давайте Пуджом сыграем. Действительно, эта карта очень подходящая, на мой взгляд. И танк нужен. И Пуджик тут практически всегда на рейндже хука находится. И... в общем, будет интересно. Да, свина. Хорошо бы, конечно, чтобы было... ну, хотя, может, и одного танка и хватит. Вообще, Райнхард, опять же, в любых миссиях подобного рода, типа сопровождения, он хорошо заходит. Моя задача, как турбосвина, делать что? Кидать хуки по-чемпионски, попадать, притягивать, как пудж молодой. Помнить про то, что есть хилка на Ешку. И есть два режима оружия. Первое используется только в мели, потому что шикарный разброс. Только в мели используется. Так, как бы вам показать еще разок разброс-то? Ну, видите какой? А второй идет вот на такой, где с дистанции достаточно кучно. Но не долетает далеко. То есть надо держать вот именно такую дистанцию. Поэтому... ой, там защита какая дикая уже. Отличный хук. Топовый. Блин. Отлично, я начал. Просто попал хуком и не добил. Иди сюда! Не притянул свина, он был за этим. Сейчас есть ультимейт уже. Я натанковал настолько, что... иди. Нет! Надо не забывать про то, что можно бить еще... бить хуком, когда поймал. Блин, ультанул! Но не сняли у меня много запасов по ульте. Короче... турбосвина вражеского лучше не хукать, если ты один, потому что толку от этого нет особо. Помнить про удар крюком. Он у меня забинжен, причем на среднюю еще кнопку мыши, для того, чтобы... было... да, 5.25, там ульта солдата. Я выхожу, один отдаюсь, потому что больше никого рядом нет. Вы у меня в прицеле. Да, 600 хп, как с куста. Надо аккуратнее, ребят, надо аккуратнее. Пацаны там где-то впереди, обходят, там что-то делают, молодцы, работаем. Иди сюда. Да как так? Что за баги-то? Вообще разуплотняют меня втроем. У входа прям принимают. А, я туда его в принципе не могу затащить на базу. Потому что туда доступа нет. Есть ультимейт опять. Там Ханзо ультует. Я что-то вообще уже... может ультануть? Давай ультанем. Ну а чего, действительно... в конце концов. Не, нельзя. Сейчас ульта красавчика летит еще. Ее типа надо снимать. Сзади солдат. Короче, балаган полный творится. Половина тьмы дохлая, половина живая. Где-то живая половина непонятно ходит. В результате я выхожу, меня все равно стабильно встречает 2-3 человека, а то и 4. И как бы вообще не прикольно. Ну ясно, опять там ультует солдат. Солдат 76 прибыл. Лечусь. Да хорош уже, ну. Вот реально хорош. Успокойся. Ладно. Иди к черту. Я не готов сражаться. Какого что? Да, конечно. О, ты должен тачку толкать, не забывай. До тачки я должен сначала дойти. А когда тебя вот у тачки принимают товарищи другие, это, ну, спасибо за совет, конечно. После 10.96. Прям вот открыл глаза. Я пью. Трейсерка своя, чужая. Чужая вроде. Ханзо где? Ой, все.
Ой, как все плохо. Там сверху Ханзо убивает. Мне же вроде аптечка была. Нам не дисгармония еще. Я не буду ничего толкать, у меня 14 хитов. Осталось 1 минута. Приплыли. Ладно, едем. Должны достать. Да, зря я так ультанул на одного турбосвина. Сзади, кажется, солдат. Или сверху. Понятно. Сверху был. Я не увидел, как он упал. Да. Ну, слышно, на самом деле, хорошо, если вы в наушниках сидите, то хорошо слышно, во-первых, вражеские способности громче, чем ваших союзников. Сейчас, например, вражеские Ханзо ультуют. Ну, во-первых, потому что у нас Ханзо в команде нет, но если бы был, то все равно было бы понятно. Во-вторых, по стерео слышно, с какой стороны, даже, мне кажется, выше-ниже слышно. Доходим до точки. Да, ё-моё, ну... Дошли вроде. 3 минуты есть еще у нас. Я хуками не попадаю ни черта. О, попал. На ловушку не надо идти. Лечусь. Перезаряжаюсь. Работаем. Там симметры еще. Убили пуджа вражеского. Ультимейт почти готов. ТП вот здесь находится. Блин, нет, нет, нет. И сейчас ульта въедет скоро. Уже въехала. Их там реально много. Очень много их там. Лечусь. Блин, да как неудачно-то, а? Ультанул, начал стрелять, и тут выходит со спины, конечно же, выходит со спины, убивает меня солдат вражеским. Да, в прошлый раз пуш на этой карте значительно лучше зашел. Там хук был процентов 60, что ли, или 56. А сейчас я ни черта не попадаю. Ох, как пронесло. А здесь ловушки вроде были. Нужно доставить груз. Вижу, красавчиком. Давай. О, сейчас. Давай. Нет! Я промахнулся первый раз. Красавчика убили. Да, опять он. Да. Солдат тут что-то слишком часто сзади оказывается. Причем я его не слышу на свою беду. Так. Comic Zone, пиши английские названия по-английски. Или слитно хотя бы по-русски. А то пишешь, черт пойми как. Алиска тебя правильно мочит. Былые времена, мы бы этот груз давно доставили. Сзади симметра идет. Груз достиг контроля. Блин. Добили. Но у нас осталось очень мало времени. Хотя ультимейт скоро будет готов. Времени на штурм нормальный мало, реально. Очень мало. Особенно с нашей игрой. Это опять солдат ультует, но он вроде умер. Так, слева красавчик я вижу. Его убил жнец. Хорошо. На такой дистанции смысла нет вообще воевать мне. Может ультануть? Но одному ультовать тоже как-то скучновато, правда ведь? Блин, да что ж я делаю-то, ну? Попал. Убил. Лечусь.
Сделаем минус 2. Вот сейчас надо ультовать, пацаны. Вот сейчас надо ультовать. Сейчас или никогда. Я ультую, я тебя... Да, да пропустите жирного свина, ну. Я готов. Готов. Ультует Ханзо мимо. Вижу этого солдата, лечусь и ультую. Отлично, ультую, задел никого. Отлично. О, да я увидел справа турбосвина, потом сал... Плохо, в конце плохо отыграл. Осталось 30 секунд. Да замолчи ты уже, я знаю, что все плохо. Рус сам себя не доставит. Три человека здоровые, два мертвые, один подранок из тех трех, двое, трое. Держатся как-то, я пытаюсь попрыгать как-то, попрыгать, дойти. Но это все тлен, жизнь, боль. Ну я рядышком, типа. Цепляю, убиваю одного, уворачиваюсь от второго, убиваю второго. Я жгу, пацаны, жгу как могу. И я вытащил команду, я вытащил ее. Михаил, Михаил, ну хорош. Это потом уже наши тиммейты подошли, понимаете? Взял и затащил, минус 2 на финальных секундах. Лучший игрок матча. Вранье. Не, неплохо, неплохо. Мердекс, смайлик отличный, да? С попкорном, товарищ, анимированный. Ладно, ждем следующую карту. Опять же, вкидывайте в чат, как только увидим атака, защита, за кого поиграть. Хреново отыграл. Меткость средняя. Хуки 48%, чуть выше среднего. Ну, убийство, смерти лучше не смотреть даже. Ну, мы-то знаем, да, 7 Days, именно так. Ну, вы-то знаете. Оборону на той же самой Дорадо я бы сыграл, на самом деле, с вашего позволения, за красавчика. Сегодня за него, во-первых, не играли, он здесь шикарно смотрится, как дефенс-герой. Сейчас посмотрим, что тима возьмет. Ханзо. Ханзо, кстати, можно тоже сыграть. Ну, уже взяли Ханзо, кстати. Заря, ангел. Танк есть. Саппорта пока нет. Давайте я красавчика возьму. Он хорош. Кавардак. Так, готов вроде. Почти долетел. Ну что, красавчика, вы, если первый раз, там, например, в записи наткнулись на этого персонажа, он великолепный герой защиты, у него, с одной стороны, маленькое количество ХП, но тот арсенал, который есть у красавчика, он, конечно, поражает. Во-первых, это мина дистанционного, ну, такого вот управления, который позволяет и тебе подпрыгивать, забираться на самые разные места. Второе, это капкан, который очень плохо виден врагом, замедляет где-то секунды на полторы, отнимает... Здоровье, не знаю сколько точно. И, конечно же, гранатомет, который наносит серьезный урон. И при этом еще им можно спамить в проходы дверные. А, ну и ульта, конечно же, радиоуправляемые. Я подспамливаю сразу на вход. Пара взлетает, меня бьет. Ангел поддерживает. Слушайте, а может тогда мне это самое? Так, я делаю минку под танка, но, к сожалению... Так, надо обновить. О, чарж пошел. Он в капкан попал как раз. Убили танка. Ой, фара сверху. Да и, в общем-то, жнец. Не надо так близко подходить, на самом деле. Надо было просто стрелять, стрелять, стрелять. Но я увидел, что мне ангел саппортит. Подумал, можно и потанковать.
Будешь стримить BlizzCon? Нет, не буду стримить BlizzCon. Точно, но его многие другие люди будут стримить. Я просто оставлю это здесь. Недолет. Там наших дофига живых. Кто-то уже прибежал, кто-то и не умирал. Изначально снайпер стреляет вон там вот, вражеский. Ой, как... Ой, нифига себе тут экшен. Трейсерка рядышком. Пойду аккуратненько хильнусь. Перезаряжусь. Фару вижу. Ну, фару снять как раз красавчиком сложновато. Ну, имеется в виду... В небе. Ну просто не достаешь до нее. Очень сложно попасть. Зачем я на нее бежал? Потому что за мной еще кто-то шел. Мне казалось, по шагам. Хотя, может быть, нет. Не видно здесь в повторе, что там, в принципе, кто-то был. А в StarCraft 2 еще играть будешь? Может, хоть чуть. Ну, как выйдет лот, точно буду играть. Но еще у меня две... игры до этого там надо товарищу простримить, он просил. Ой, дисгармонии не люблю. Как у красавчика и так хитов немного, но так еще и... Ой, сейчас будет ультавить. Как они здесь оказались? И трейсер, и жнец, и фара сверху. Провал. Есть ультимейт. Ну, я аркадный очень играю. Я сейчас играю как танк, как будто. Лезу что-то куда-то на кого-то. Я просто оставлю это здесь. Отлично. Фишечка пошла. Fallout 4 обязательно буду стримить. В день выхода буду стримить. Специально даже перенес трансляцию по сайту на день раньше, на 9 число. Для того, чтобы 10 спокойно по... Я не вижу, кто там дальше. Я вижу, есть ульта, но не это самое. А может сейчас ультануть, кстати, стоит. Слева, кажется, шаги были. То есть сверху нас обходят, да? Да. Ловушка сработала. Там пригвоздил Райнхард. Да, опять сверху. Звуки очень сильно решают. Пару поймали, в капкан добили. Видите, как долго она стоит тут? Снайпера вижу. Снайпера обычно, если грамотного снайпера ты видишь, то ты уже умер. А тут, видите, слоп очень такой снайпер. Трейсерка. Перемотала. Резурек пошел. Может ультануть все-таки, а, пацаны? Давайте ультанем. Может на стенку тогда еще? Убили Дзиньяту, по крайней мере. Здесь турбосвин был. Да. Минку я плохо поставил. Да как так? Ой, фара. Все. Я понял. На 7 хитах ушел. Сработала ловушка. Фара здесь. Блин. Хреново сыграл. И они прорываются на точку. Сейчас им дадут еще 2 минуты. Косяк. Причем мой косяк. Ну. Хотя, может, и не успеют. Дополнительное время, но они рядом с грузом. Дойду до точки. Я запрыгиваю, сейчас попробую здесь немножко пострелять. Пару убили. Как он доехал? Тут никого нет, в общем. А, тут свинья. Хорошо. Вот это было на мувик. А вот они и на мувик. Вот это вообще не на мувик. Надо сейчас быстро взорвать, может, Дзиньяту получится убить. А, я слишком далеко уже.
Да я мину кинул, там дзиньяты биты. О, сработало. Нет, фигня. Да, мина, кстати, хорошо, как раз вот того же самого Райнхарта подталкивает. То есть на тебя идет Райнхарт. Ты в его щит 2000 урона пока закидаешь, очень много времени пройдет. Вот, а так ты можешь ему под ноги кинуть минку. О, даже сработало что-то. Блин, ну ясно. Ультанул дзиньятом. Вижу пару еще. Ой, плохо. Вот, ты ему кидаешь под ноги минку и... Не хочу подходить, потому что... О, наш товарищ выходит. Убил двоих. Блин, зачем я вылез опять, а, на фару? Там две фары даже. Вот, кидаешь ему под ноги и все. Так. Спейлу отдельный привет. Опять, блин, фара. Трейсерка еще. Блин. Ай, я не то вообще делаю сейчас. Полез в открытую, на площадь открытую, начал стрелять, привлекать к себе внимание. И спереди подэмэнджили, и сзади трейсерка. При этом есть ульт, есть возможность издалека стрелять. Какие проблемы? Куда я лезу? У меня аж 200 хп. Ну, здесь немножко. Ну, чуть-чуть постреляю, Ой, сейчас мы турбосвина тут подспамим. Макри идет. Да нет, нет, нет. Ох, увернулся. Она профукала ульту, кстати. Макри, иди сюда, иди. Давай. А молодец какой, капкан. Дзиньята идет. Отстреливайся, дзиньяты. Победа. На этой карте красавчик себя чувствует очень, очень уверенно. Лучший игрок матча. Райнхарта сейчас посмотрим. Сбил снайпера, в два удара добил ее. Дальше случайно добил трейсерку. Пригвоздил, нет, не пригвоздил фару. Но, да, отлично. Вранье, да, вранье за иначе. Не, на самом деле я сейчас в этой игре вообще ничего выдающегося не сделал. Часто слишком отдавался, немного убивал. Чудесно. Тут и как раз по заслугам. Как раз по заслугам. Ни разу не видел Ханзо в твоем исполнении. Это ужасное зрелище. Херзорг LGR. Не видел анимацию ульты в исполнении. Сейчас все сделаем. Сейчас вот Ханзо я как раз хотел. Кингс Роу подходит для Ханзо. Желательно, чтобы оборона была только. Спасибо. Потому что Ханзо, он такой более дефенсный товарищ. Хотя туретки сбивать Ханзо, которые там турельки могут быть. Да, подойдет. Хорош, смотрите, какой серьезный японский убийца. Спасибо. Подписывайся на прем, лучшая благодарность будет. 3/4 идет стримеру, получишь топовое качество, отсутствие видеорекламы, клевые смайлы, анимированный бы сейчас у тебя был бобер с подорожником. Ханзо китаец, инфосоточка, говорит Хавк. Его, видимо... Как жить? Ханзо точно японец. Как жить? Я нехороший. Ну, привет. Чертовски злое мастерство. Вот активирую увеличение уровня.
Так, а давайте-ка я заберусь куда-нибудь повыше. Я же умею по стенкам лазить. Тут у нас фара. А кто там? Вижу крыса, вижу Ханзо, вижу... Блин, я не увидел, кто там из саппортов. Да, Ханзо я вижу. Он тоже... А, ну вот, пожалуйста, туретка. Есть еще кто-то мелкий. Вот кто там мелкий-то прыгал? Ангел, не ангел. Туретка сейчас разложится. Бастион вижу. Бастион сразу же. Сразу же с этим. Да я не хочу в лоб на туретку идти. Так, делаем разведку в столб. Сплэш стрел. Пытаюсь прострелить кого-то, что-то. Ой, там... Нет. О, хорош, попал. А, это красавчик был. Отлично, я попадаю просто, видите, как... От бога просто снайпер. Просто... Вот он мне минками как бы не промахивается. Так, мне нужно ульту, а потом убить бастионом. О, хорошо, уже есть ульта. А ну торока рожопа! Надо выучить, как он правильно говорит. Минус один, минус два. Минус... Ой, там еще кто-то. Там бастион. А как, напишите в чате, как он говорит, пожалуйста. Кто помнит точную фразу, чтобы я тоже по-японски попробовал сказать. Работаем. Бастион сверху. И этот с ультой. Опять ультует красавчик. Убил я. Резурект пошел, блин, капец. Так, туретки уже нет. Убил красавчика. Серия убийств. Еще одного убил. Здесь сейчас поможем немножко. Убили. Отаро Кивел. Не Отаро Кивел. Кажется, сверху был кто-то. А чё я торможу? Я же могу по стенкам лазить. Бастион раскладывается сверху. Да, беда. Ой, нет, ой, все. Ну ладно, как нам еще разок? Йога, так... Нет, я не смогу. Блин, а что ж вы... О, убил. Видели, какая фишечка была? Вот так вот, да? Я в чатик смотрел просто, поэтому серия из 10 убийств, она вот сейчас вот может прерваться. Ангел классно саппортит. Сзади турелькам. Ой, мина. Ой, хпшечки нет. Нет! Нет, 16 хитов, живи! Так, еще раз Рюга Вакатеки Вокурей. Рю. Ангел, смотри, какой я битый. Спасибо, друг. Там, правда, тоже ангел. Надо сбить его. Сбил. Нет, на стену лезь на стену. Блин. Надо где-то записать на бумажке. Кто лучше? Рюга Вагатеки Вокуре. Угу. Сейчас попробуем. Ой, вижу.
Юго Вакатакира! Нет. Юго Вакатакира... Кира... Кира... Ки... Кира-Киро. Кира-Киро. Кира-Киро, ё-моё. Там бастион. Попал еще по кому-то. Ой, ой, боль, боль, боль. Какая боль! Ангел меня, конечно, спасает дико. Еще попал. По красавчику. Там этот ультует. Надо разведку поставить. О, попал. Серия с 15 убийств. What? Ой, сейчас прекратится. Прекратится, прекратится, прекратится. Как же я тащу, а? Как же я тащу? Вытаскиваю просто команду. Со дна. На! Блин, не так сделал. Вот так вот надо, наверное, сделать было. Но уже не догонит. Нет! Нет! Воу! Нет! На стену лезь! На стену лезь! На стену, на стену, на стену, Миша! О-о-о-о. Так, есть ульта, надо лечиться. Ой, спасибо, ангел. Еще разок. Йова. Хреново, конечно, сейчас. Давай. Йога, вот это хрень какая-то. Раз, два. Мало. Ну, это винстрик минус. Винстрик, увы. Фух. Я ж дернулся, а я тут вообще еле сижу. Я еле сижу, на самом деле. Когда за тобой огромный танк, у тебя нет хп, он даже посмотрит на тебя, хп снимается. Ну, бас. Разведочка пошла. О, убил красавчика. Видели? Опять сплэшем. Блин. Танк, конечно, он... Там турелька. Надо настрелять на ульту, турельку снять. Давай-ка за спину ей. Ага, отлично. Попал еще разок по симметрии. Так, давай-ка разведочку. Ой, хорошо, ой, хорошо. Жалко, ультануть не могу. Ой, там воскрешение, дичь. Молот пошел. Ну, у меня уже есть ульта, но как бы я не живой. Йога, вакатакуры! Считаем килсы. Раз, два. Можно еще кого-нибудь? Еще. Некого, да, больше? Вот этот нубас есть. ГГ-шечка. ГГ-ПГГ. Нормально сыграл. Я так за Ханзо редко играю. Победа! Одна смерть была за всю игру, да ведь? А, нет, вначале что-то я гуфался, кажется. Но меня лучше не сделают, я мало урона нанес. Лютый рассинхрон уже 7 секунд. Беда. Это на премиуме или где? Меня комп не тянет. Даже здесь нет, понимаете? Блин, что же это такое? Меткость 20 средняя. От 23 убийства, одна смерть. Смотрите. В два раза больше, в 6 раз меньше. Ну это ангела, спасибо, надо сказать. Она спасала просто по красоте. Ну попробуйте обновить страницу Cover Synchron. Приготовьтесь к обороне. Оборона. Ну что, еще разок за Ханзо сыграть, понравилось? Можно... Не, на самом деле лучше охватывать разных героев. Давайте, говорите, кого еще выбрать.
за Ханзой так достаточно показательно сыграли. Мне нравится тем, что Ешка, она очень хорошо залетает как раз вот в помещение. То есть если цель, ты попал, а он скрылся в двери, это скорее гарантированный гуф его, если у тебя есть Ешка. Фару. Фару проси. Ну, фара есть уже. Макри. Макри тоже есть. Саппорт... А, нет. Симметра есть. Тут... А, Зарю взяли. Господи, что же делать-то, а? Оборона. Может, я туреткой поиграю? Да, давайте я бастион... Нет, выложу бастион уже сегодня. Давай посаппортим точечно Зарю. Благодарю. Заря, она хороша. И если она будет настолько хороша, что будет еще вовремя кидать на меня Ешку, то будет вообще круто. Ну, я сейчас играю за весьма няшного ангела, который может лечить, может добавлять урон, может подлетать к своему союзнику, может использовать скорострельный 20-зарядный пистолет. Редко. Вот. Но главная задача, конечно, это... Увеличение урона плюс хилка. Это ключевая задача ангела. Ну и, конечно же, резурект. Воскрешение может вообще зарешать, перевернуть игру полностью. 3, 2, 1. Теперь начинается атака. Защищайте объект А. Нормально. Нормально я зашел вообще. ХПшечки нет уже. Ну я лечу. Я лечу, я лечу. Я о тебе позабочусь. Мне нужна помощь. Добро. Парим. Не-не-не-не-не-не-не, Дэвид Блейн. Ё-моё, какой хаос творится. Я в шоке. Просто в шоке. Кто где? Кто в лес, кто по дрова? Надо было перезарядиться. Враг нападает? Стоп, 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 стоп. Я так не договаривались. Мы так не договаривались. Вижу симметру. Здесь резурект уже. Ё-моё. Какая грязь. Ё-моё. Они захватывают первую точку. Вообще, ультимейт шикарный. Рейнхард работает просто как... Нам нужно защитить объект. Рюага теки вакуре. А что... А что, как переводится с японского эта фраза? Рюга, вага, теки, вакура. Настоящий Ханзо должен уметь кричать эту фразу. Ёпарес, это нет. Обернись. Улетели. Макри там еще. Драконы, пожрите моих врагов. Довольно прямолинейно. А вот и доктор. Мне нужна помощь. Я здесь. Кто бы мне помог? Полный хаос. Полный хаос. Слушай, пока не поздно, надо взять просто... Это фиг знает. Полное выздоровление. Ультимейт есть. Let the dragon consume my enemies. Телепорт включен. Перевод. Когда я сегодня играл с китайцем, он Тимек, он на японском кричал, это когда ультовал. Тут правильно играет, значит. Канонично, можно сказать, да? А где все, все вообще? Где что? Одного воскресить маловато будет. Исцеляющий поток активирован. Спасибо. Жалко на одного. Ой! Я тебя подлечу. О, хорошо. Ой, плохо. Так, я сейчас воскрешу, ребят. Давай, на двоих. Работаем. У ангела, у самого начинает регениться здоровье достаточно быстро. Держись, Макри, держись. Ну куда ты на дно? Я не полечу за тобой. Пару там бьют. Как же мне... Да, уже поздно, забей на нее.
Не-не-не-не-не-не-не. Пью-пью-пью-пью-пью-пью. Другое дело. Да, дамаг пошел. Я о тебе позабочусь. Блин, вот реально, хоть бери... Хоть бери туретку. Так, я готов отстреливать. Нет, перезарядка. Воу! Хорош. Ну-ка так себе. Есть резурект. Молот пошел. Мне этого хватило, в общем. Какой Райнхард у них классный, а? Просто шикарный Райнхард. Сейчас расплачу. Вижу один килл. Один килл мало, два нормально. Работаем, работаем. Убил красавчика раз. Видел ангела. Я тут главный ангел. Подруга, на, по шее. Так, а этот ты что пришел? С ультой, слышишь? Мелкий. Не, зря я так, наверное, зря. Давай, давай, стягивай, стягивай всех. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой, все. Там ульта этого была, красавчика, но она не сработала. Я лечу. Я лечу, я стараюсь. Я работаю, как никто никогда не раб... Ой. Прилетело. Сори. Надо налечить на... налечить. Блин, до смерти долечил его. Где теперь ты готов... Заливаю урон, как есть свободное время. Но тут там... больше надо лечить всех, чем заливать урон. Просто уничтожают нас. 4 минуты с половиной еще держаться. Груз уже вот на повороте. Я сомневаюсь в успех мероприятия. У нас, конечно, команда хорошая, но... Но ангел не ДПСит. Макри ультует, Макри чужой, минус 2 делает сразу же. Мне бы на ульту на... Да, все, я остался один. Где мой пистолет? Иди сюда, давай нападай. Ой, все. Да, там резурект на одного накопился сейчас, но смысла нет. Надо сейчас попробовать, когда все пацаны наши же ожили. Они должны сейчас выйти на точку, защищать, как львы. Один умер. Давай, еще, умираем, умираем. Второй умер. Резурект пошел. Убиваю. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Красиво, да. Я слышал, что она где-то слева от меня, но... Блин. Надо прыжок нажимать, тогда она по стенкам будет летать. 3-2-2, времени остается, как обычно. Это один из таких промежуточных пунктов, который надо всегда отмечать. Я всегда отмечаю, когда 3-2-2. Стоим на точке, работаем. Груз двигаем. Помогаю, как могу. Да я... Да. Заливаю урон. Ой, куда я залетел-то? Залет. Лечу. Лечу. Чардж. Пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью. Блин. Лечу, отступаем. Лечу. Реген идет. Лечу. С Райнхартом один фактически сражаюсь. Один. И лечу, и стреляю, все делаю. Что это было? Так, резурект на одного не катит. Блин, как же много спама-то здесь, а? Давай, возвращайся в бой. Заливаю хпшечку. Как могу, заливаю хпшечку. Макри выходит. Мы увидели все его, никого он не подобьет. Исцеляющий поток активирован. Этот опять на дно падает. Ой, сейчас ультимейт будет. Так, дождемся как... Блин. Сколько мертвых? 4 мертвых, 5 мертвых. Резуректить сейчас успеть? Нет, не резуректить. Они
все на точке. Минус один наш. Жду смертей. Минус один. Минус два. Давай, минус три. Трех резурекшн. Еее! Я самый тут крутой саппорт. Уже мы и с ангелом разобрались. И с этим... Ой, резурек не сработал вообще. Одна минута, у нас есть шансы. Ой, зря полез. Ой, они все тут. Куда я полез? Вася! Так, все. Я быстро бастион. Пацаны, поверьте, это тема настоящая. Она сейчас затащит. Если пацаны не выстоят, я затащу. Враги идут. Я выхожу. Ульта. Нет! Блин, там никого из наших уже не было. Ну я и ангелом бы не затащил, на самом деле. Беда. Все равно это было лучше, чем ангелом. Пришел бы, отдался там. Увы. Лучший игрок матча. Сейчас будет ульта, но-то. А, нет. Или да? Да. Ох. Ну это не самый клевый, наверное, момент. Не похвалили. Давайте перейдем к следующей игре. Посмотрим следующего еще персонажа. Вспомним, точнее, не посмотрим, а вспомним. Ругу вага теки вакурау. Да, ну, только с акцентом. Так и есть. Ругу вага теки вакурау. Повторяйте перед сном несколько раз. Ругу вага теки вакурау. Ханамура. Ханамура за атаку. Одна из, на мой взгляд, сложнейших вообще карт за атаку. В частности, вторая точка. Первый Таизи берется. Вижу Райнхарта. Можно Фару, кстати, взять. Ее и просили, и она здесь неплохо заходит. Я буду защищать невинных. Нет, я, к сожалению, не в курсе, когда волна инвайтов следующая будет. Ой, трейсерка тут была. Да ё-моё, ну. Приготовьтесь атаковать. Рога с Вахой текилу украла. Предлагает Грегори С. Запомни таким образом. Через 35 минут перейдем на Warcraft. ФФшечку Близкона, как я уже... пару раз говорил, сегодня не будет, но благо будет много других стримов, поэтому, блин, там повышается. Работаем. У нас в команде Райнхард, связочки с Ангелом, скорее всего, трейсерка, Аска, играющая за Макри, и Крысавчик. Крысавчик в атаке, это, конечно, экзотично весьма, но может и зайдет. Я бы, конечно, Макаку взял, а не Рокетмена, потому что... Атака начнется через 30 секунд. Потому что... Но не буду. Чей стрим по Близкону будешь смотреть сам? Я вряд ли буду смотреть стрим по Близкону. Потому что он начнется в 10 часов, насколько я знаю. То есть я пропущу первые 3 часа, а потом как бы поздно. И все. Пять, четыре, три, два, один.
Атака началась. Так, мне нужны... Ой, там справа трейсерка. Сверху стреляют еще. Блин, не долетел я. Ох, там их как много. Это хорошо для меня. Ну, я слышу, Ханзо лупит. Слышу трейсерка. Вражеская внизу была. Аккуратненько залетаю. Тут парю. Надо сейчас быстро хильнуться. Потому что как бы не камильфо совсем. И попробуем здесь. Турельку вижу. Турельку стреляю. Турельку убиваю. Объект первый захватываем. О, а сюда можно забраться? Не, нельзя, к сожалению. Ой, заря пришла отдаваться. Вот это я люблю, конечно. Это она молодец. Там трейсерка, правда, здесь есть еще. И заря не отдалась все-таки. А, не, отдалась. И вот на этом моменте, если все пойдет... Ок. Ах ты гад, а. Блин. Можно было точку быстро забрать. Да, да, да. Я нужна своей команде. Полетели. Осторожно. Моя задача спамить по турели. То есть это ключевое, почему я тут и фару, в общем-то, взял. Потому что здесь турельку, кроме как таким образом, сложновато убить. Вон она, турелька. Ну, главное спамить как? Спамить так, чтобы она по тебе особо не стреляла. Турелька минус. Вражеская турель обезврежена. Еще минус два. И захватываем точку. Вижу, сейчас справа выходит товарищ. А, нет, это показалось. Пара вражеская здесь. Ее должны быстро принять. Ну и, собственно, все. Нет, надо вверх. Трейсерку вижу. ГГ. Надо еще разок за фару сыграть. Ну, достаточно быстро отдались. Вот я повторюсь, достаточно типичная ошибка на этой карте заключается в том, что люди пытаются захватывать точку А, даже когда понятно, что там не удержать. И из-за этого, к тому моменту, когда враги приходят на точку Б, кто-то может быть еще на респе. То есть, или выходи только-только с него. И получилось так, что... Я, правда, не знаю, вообще, так ангел... Ангел с этим, с Рейнхартом, смотрите. 4. Исцелено, заблокировано, убито и в огне. Молодцы. А, Лилуш написал, он японский изучает. Рюга вага те ки во кура. Рюга вага те ки во курау. Дракон моих врагов пожри. Вот так вот. Спасибо, Лилуш. Не зря учил. Оборона Ханамура. Так, я хотел кого-то за... А, хотел за Ханзо еще разок сыграть в обороне. Ханзо, Ханзо. Карта для него... Давайте за Ханзо сыграем. Миша, скажи, Плотс ФФА это кара зрителям за плохое поведение. Кому нужен твой древний как мамонта Варкрафт, если есть Overwatch? Ну, во-первых, не важно, когда игра была выпущена. Важно, что это за игра. Если тебе кажется, что то, что новее, это лучше, у меня для тебя плохие новости. Вот. Если это была попытка вброса, то она... We need fara. As well. We need one fara. Русский акцент. Who are you from Russia? Maybe. Да, ну я жил-то, когда маленький был. У тебя акцент есть все-таки такой. Ага. Ну я знаю, знаю. Я во Франции живу. Бонсуар, мон ами. Ну хорошо, русские, они повсюду, чувствуете? Моя задача какая? Я подсвечиваю, во-первых... Метка дракона.
Во-первых, надо вот так вот подсвечивать. 5, 4. Да, я молодец, я услышал. 1. Начинается атака. Защищайте объект А. Блин, я так не хочу подходить ближе. Вы бы знали. Спред аут. О, я попробую сзади забраться. И сплэшануть. Ну, не попал я. Так, как хотел попасть. Что, танка у нас нет уже, да? Трейсерка пошла. Это ж не наша трейсерка. Нашим. А фара не наша. Не, не наша. Да блин, где? Капец. За трейсеркой не следить. Нет ощущения дежавю. Поехали. Ну вот сейчас точку А штурмуют. Там наших трое. Вроде как отбили. Ну, я попробую тут до туда, да. Там идет сражение непосредственно на точке. Двое битых, ну, там переменный успех. Кто-то успевает хильнуться, вроде как здоровые. Если... Сейчас Макри ультует, вражеский Макри, опасно. Трейсерку слышу слева. Надо было Ешку кинуть туда. Попал. Пару справа. Макри выходит, попал заранее по нему. Так, тут танк идет. Блин. Я вакатобака выкумака кака. Так, я... Там смотрят уже по лагам, по проблемам. Не переживайте по этому поводу. Захватываю та, не уверен... Ругавага таки вакуро. Ругавага таки вакуро. Куро. Рувага. Блин. Еще разок. Бишмастер, поспамь, пожалуйста, ее. Я уже сейчас прям ультовать буду. Вот прям сейчас уже буду ультовать. Вот уже совсем скоро. Несколько раз сообщение поотправляй, пожалуйста, чтобы оно прямо на экране было. Риугавага, ты... Риугавага, ты кувакура! Блин, да как там-то мы отказался, солдат-то, ё-моё. Рюгавага такие, аку... да. Рюгавага. Рюгавага. Я искуплю свою вину. Не, так не получится. Ну, ультанул, двух убил, нормально все, потому что третьего добил. Я думал, он казах. Да, да что, он японец. Написано же на сайте, там даже история на каждого героя есть. Минута 20, минута 30 осталось. Трейсерка там что-то хулиганит, я слышу справа. Я вижу, не спи. Давай, давай, родная, назад. Блин, да как так-то? Телепорт. Нет, только не мина. Пожалуйста. Попал. Надо вообще с руки давать, как только умерла подруга. Приехали. Уехал. Нормально Райнхард ворвался. Так. Разведка пошла. 40 секунд. Сейчас полезу. Ой. Да, полез. Не попал я по... О, резурект. Резурект, ё-моё. Давай. Нет, трейсерки повсюду. Нет.
Поехали. ГГ. Победа. Я опять мимо прохожу. Я натренился и кричу уже лучше, чем Ханзо. Просто забей, я лучше, говорит товарищ чатики. Да, на этот раз значительно хуже сыграл. Тогда Ханзо отыгрывал просто там 26 на 1. Ну вот, ну это ангелы, спасибо. Вы прибываете в Мумбаи. Приготовьтесь к обороне. Оборона тут, с одной стороны... Давайте, кого взять? Кого взять на обороне? Сегодня не было Макри еще, не было Трейсер, не было Вдовы, но я за нее особо не хочу играть, она достаточно прямая. Не было многих саппортов. Диньяты не было, Люсио, Симметры. Ну и не было еще обезьянки. Anyone can get Sniper? Widowmaker? Or Tracer? Не. Блин, беда. Давайте Макри возьму. Справедливость сама собой не восстановится. Тридцать секунд до атаки. Приветствую! Так, мне бы какую-то позицию занять, но вроде как не получится. То есть надо просто стоять и стрелять. А это печально на самом деле. А, и пацаны еще впереди, вообще найс. Бомбард. Танк здесь, трое впереди, я сзади. Пошел Макри. Я по щиту стреляю, но это как бы это бестолком. Это же щит. Они обходят справа. Ой, back off, back off. Блин. Ну я за хилкой хочу. Хилки не завезли. Понятно. Сверху был солдат, помним про это. Можно вообще серии в него стрелять. На самом деле. Блин, ну как так-то, ну? Нет. Короче, все тлен. Беру бастион. Ну, проблема должна со временем уйти. С обновлением DNS будет получше. Прошу прощения за технические сложности. Надо точку защищать с одной стороны. Они все там и уже незащитимы. Ну, я убил кого-то. Двоих даже убил. Take care of the junk right upstairs.
Убил этого. Ну, чувствуете, насколько, насколько полезнее бастион в статике. Вы у меня в прицеле. Солдата убили тоже. Мне кажется, сейчас они будут обходить вот справа. Но я хочу сделать так, чтобы я и право прикрывал, и лево прикрывал. Но это сложновато. Хотя я могу вот так вот встать. Ой, поздно. Нормально. Вижу красавчика. Убили красавчика. Я вижу, ульта есть, но я не хочу туда лезть. Да все нормально у меня. Я думаю, надо чуть ближе вот так встать, чтобы тогда пацанам слева помогать. Так, я туретка. Красавчик слева спамит. Трейсерка там вражеская есть. Куда они лезут? Зачем мы туда вообще лезем? Не совсем понимаю. Там слева убивают. А они на красавчика с трейсеркой в закрытое помещение лезут. Герои очень опасно. Резурект. Так, я туретка. Подлечились. Ну, что приятно. ХП-то полный, но... Так, двоих убили прям по центру. Сейчас будет выходить слева. Ой, будет выходить. Осталось одна минута. О, так это же замечательно. Let's get the back, please. Can't kill you there. Too far away. Нормально, две трейсерки получили. Сколько там трейсерок? Одна уже. Осталось 30 секунд. Еще одна. Слышу, танк идет. Получилось. Солдаты еще выходят. Молодец, ушел. Ну это ГГ, опять бастион сделал всю игру. Да потому что на открытых пространствах к нему хрен подойдешь. ГГшечка, удаляй. Победа. Лучший игрок. Он уже, кстати, в третий раз лучший. Да, Ноби, ФФА будет по расписанию. Резурект. Ульта. Раз. Пригвоздил. Ну да, тут там ультанул очень Люсия хорошо, но все равно... Все равно справились. У меня серия убийств 11. Я стоял, стрелял. Все нормально. Что к нему подходить? Взял снайпера, да хедшотнул. Так ты не можешь его хедшотнуть, если не сбоку и не за спиной. Издалека, конечно, можно его расстреливать медленно, но можно. Ну, то есть у него фронтальный щит, ну, жизни у него 250, щит на 1000, который не хочу отиться, кстати. Ну и стреляет со своим уроном в 170 с полным разогревом или сколько там у вдовы без хедшота. Посчитай, сколько нужно, чтобы щит снять. Там 6 выстрелов тебе нужно сделать. Приготовьтесь атаковать. Сейчас то же самое, только атака. Похоже, что последний матч я беру... Думал Зарю взять, но что-то засомневался. А, не сомневайся. Берем Зарю. Да, выстрел в голову. Здесь есть криты, поэтому выстрел в голову действительно... Решает.
вместе, мисс Сила. Блин, там такая нагрузка, что-то дикая на... На серваки. Странное название трансляции, немного не Overwatch. Я только сейчас заметил, что... Что он не соответствует действительности. Всем добрый вечер. Первая часть сегодняшней трансляции, собственно, Overwatch, закончится с этой, с этой партией. Я взял Зарю, потому что, во-первых, у нас Турбосвин, который великолепно танкует, на него кидать чит замечательный и разогревать пушку свою основную. Во-вторых, эта карта, на мой взгляд, требует от команды, ну, по крайней мере, такой вот средненькой, наличие двух жирных товарищей, которые способны находиться рядом, во-первых, взять первую точку, а во-вторых, находиться постоянно рядом с грузом и двигать его к успеху. Так, тут уже закидоны пошли. Я под разогрев специально выхожу и умираю. Зря, конечно, зря. Никто ж не спорит. Я специально хотел поймать гренку одну, для того, чтобы щит разменять на бонусный урон. Но, блин, вышло то, что вышло. О, вдова попала. Ловушка сработала. Блин, да ты такая вообще не очень. Я за ней на точку добегу, я чувствую. Надо же добить, правильно? Вот и все. Ну, я на точку. Да пусть они стягиваются сами. Я тут засяду и буду... Это мой дом. Сосредоточьтесь на объекте. Давай. Давай, врывайся. Разгон. Ой, что-то их много здесь. Ну, наш тоже вроде как нормально. Разогрелся неплохо, но недостаточно. Убили Райнхарта еще. Есть щит персональный. Вижу снайпера. Надо сюда вот зайти. Есть ульта, ультуем. Блин, сзади пара еще. Жалко. Опять же, хорошо все произошло. То есть убил, во-первых, снайпера. Понял, что проще не возвращаться назад, а добежать до точки и стянуть пацанов. И это... дало свой результат. Во-первых, на точке мы с вами Райнхарта покайтили, потом убили вместе с Турбосвина, после этого убили Райнхарта, собственно, и пацаны потянулись. Но мы в данный момент находимся достаточно далеко от... ну, то есть недалеко, а просто... Ой, как разогрелся-то хорошо. Но все в щит. Там захват точки опять идет, не надо торопиться. Максимальный заряд идет, но это хедшотик. На мне дебаф еще был. Видимо, это хедшот и дебаф. Но я фуловый был, смотрите. Просто он даже сквозь стрелял. На мне был дебаф Дзиньята вражеского, которого сейчас, кстати, нет. Да ладно, на мне был дебаф какой-то. Неужели это был баф, я его спутал? Вот я Вася. Полный разогрев благодаря двум щитам. Но, к сожалению... Блин, жесть. Максимальный заряд. Больно не будет. Просто укольчик. Их двое. Ну, да, я зря ультанул. Зря. Там еще сзади снайпер был с пулеметом. Я никогда не... Так, захват точки вроде идет. По крайней мере, на 2/3 захватили. Четверо на точке. Так что все нормально. Вот самая сложная часть, на самом деле, это вот захват первой точки и штурм последний. А вот промежуточные, это уже попроще. Там и позиций таких очевидных имбовых нет. Просто... Пару убили. Основная механика Зари — это своевременные атаки и своевременные, соответственно, отступления и правильные щиты. Все, по сути, ей это больше ничего не нужно. Не умирать из-за, регенерации постоянно ХП и кидать
кидать щиты на себя и на нужных союзников. Вперед! Ой, снайпер. Не-не-не-не-не-не-не, Дэвид Блейн. Я видел, там ешку можно кинуть. Да, плохо. Разогрев полный, но хпшечки мало. Хотя цель устранена. Не хватает хила, реально не хватает хила. Да, это... Ой, там... Тихо. Снайпер стреляет. Фух. Да, вижу снайпера. Больно. А сколько он там может сидеть? Блин. О, это трейсерка еще. Да, ульта практически есть. Огонь по готовности. Хорошо. Нет, плохо. Зря вышел. Зря вышел на Макрея снайпером. А так вообще хорошо. И там одного убил, потом двоих под ультой. Но, видите, здесь и ловушка сработала, и... Ультанул очень поздно наш саппорт, который сзади. Он уже после моей смерти это сделал. Груз движется. Так, ну мы толкаем потихонечку. Втроем, вчетвером. Макри ультует. Я не вижу, где. Я тебя прикрою. А вон он. Вижу саппорта под... Солдат ультует. Я сразу отступаю. Как разогрелся, но... Надо опять отступать, перезаряжаться. Тут Винсент. Ультует. Блин, плохо, умру. О, привет. А, черт. Восстанавливаем ХП. Все, Винсона закайтили. Одна минута осталась до чекпоинта. Боюсь, что мы не доберемся. Ультимейт скоро будет готов. Вижу Макри там с этим, со снайпером. Закидываю, ульта готова. Но слишком-слишком сложно, ребят. Слишком сложно. Груз остановился. Так дело не пойдет. Ну ладно, ультанем, чувак. Разогрев средний, но... Мне показалось, да, что... Где груз-то? Ой, груз далеко. Я бегу к грузу, но не успел. Ну что, на этой не очень радостной ноте закончим сегодняшний Overwatch. Перейдем потихонечку к Warcraft. Лучший игрок матча. Увы. Я старался, вроде сильно много не умирал. Мульты тоже были местами толковые. Но... Увы. Увы. Проиграли. Хорошо. Так, запись надо остановить.